В Усть-Каменогорске проходит выставка-ярмарка художников и ремесленников из Мангистауской области. На мероприятии представлено несколько десятков работ, выполненных в различных техниках и направлениях. В церемонии открытия выставки-ярмарки принял участие заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ербол Нургалиев. На выставке-ярмарке можно увидеть лучшие работы ремесленников, ювелиров, дизайнеров и художников Мангистауской области. В ходе мероприятия модельеры устроили показ коллекции одежды в национальном стиле и в современном стиле с использованием традиционных этнических элементов. Настоящим украшением дефиле стали наряды, выполненные дома моды Тарбия. Более 30 лет работаем на этом рынке, и на сегодняшний день у нас есть как мужская, так и женская национальная одежда, которая сегодняшний день очень широко пользуется по всему Казахстану. У нас в 7 регионах есть Казахстана наша сеть нашего салона Тарбия бренд. Мы очень хотим, чтобы она была и в Усть-Каменогорске. Главная цель мероприятия – привлечь внимание потребителей, показать возможности отечественных производителей и дать новый импульс в развитие индустрии моды, ювелирного дела и ремесленного мастерства. Мы приехали в Усть-Каменогорск, чтобы показать работы наших мастеров. Это творческий и культурный обмен. На выставке-ярмарке представлено более 30 работ художников, ювелиров и ремесленников. В рамках выставки-ярмарки зрители смогут не только полюбоваться на изделия мастеров Мангистауской области, но и приобрести понравившиеся работы.